Добрый день! Эта орхидея называется Катлея. В 1817 году путешественника и сборщика растений Уильям Свенсон, исследуя джунгли Бразилии, собрал удивительные по красоте растения, которые он пересылал в Англию Уильяму Катлею, исследователю тропической флоры. В оранжерее Катлея через год расцвел один из экземпляров этого неизвестного цветка. В оранжерее в то время работал ботаник Джон Линдлей, который составлял иллюстрированный каталог всех экзотических растений, впоследствии изданный как ботаническая антология. В этом каталоге был описан новый род орхидей и назван Катлея. Именем Катлея также называют многочисленные гибриды Катлей с орхидеями других близкородственных родов. Именно гибриды и выращивают любители орхидей, так как они приспособлены к жизни в квартирах. Род Катлея насчитывает около 60 видов и множество разновидностей орхидей из тропических лесов Центральной и Южной Америки. Все они эпифитные растения. В природе прикрепляются к стволам деревьев или скалам, имеют ползучие корневища. Каждая псевдобульба имеет один или два листа тонких и узких листа. В псевдобульбах, туберидиях, накапливается запас питательных веществ. Вот здесь фотографии орхидей Катлея, но это только малая часть. На самом деле их очень много. Посмотрите, все они разные, разные по окраске, разные по очертаниям, разные по виду. Уход за Катлеей. Обязательно нужно помнить, что условия содержания, а главное цветение – разных гибридов Катлей могут существенно различаться. Приобретая Катлею, постарайтесь узнать ее сорт. Катлея нуждается в ярком, но рассеянном свете. В период активного роста и цветения, зависит от гибрида, Катлее требуется тепло, поэтому температура не должна опускаться ниже 22-25 градусов днем и 18 ночью. Катлеям нужна высокая влажность воздуха. Желательно опрыскивать, но избегать попадания воды на соцветие. В период роста Катлею поливают обильно, но между поливами дают субстрату хорошо подсохнуть. Подкормку обычно проводят через полив. У Катлей период покоя наступает после цветения. Катлею пересаживают каждые 2 года в начале периода активного роста. Размножают делением в период начала роста, если Катлея образовала 5-6 псевдобульб. Каждую бульбу посадите отдельно. Катлея, как и многие другие растения, может поражаться тлями, паутинными клещами, трипсами и щитовками. Бороться несложно. 15-20 капель актелика на 1 литр воды. Но лучше не допускать заражения. Вот еще одна из разновидностей орхидеи Катлея. Удачи тем, кто займется разведением этого цветка. Всего доброго и до свидания.